Всем здорово, с вами Грал, и прежде чем мы продолжим этот адский египетский уровень, расскажу вам одну вещь. Я на самом деле записал весь видеоряд еще в первый раз, но оставил это, скажем так, необработанными кусками, ну там минут по 30, по 40 они получились, на винте, и выпустив первую часть, которая уже на ютубе лежит, вернее, лежала раньше, чем это выйдет. Я как бы остальные оставил, даже не переименовывая. А что вышло по итогу? По итогу я их стер. Просто взял и случайно стер готовые видеозаписи, просто необработанные. Остатка серии. То есть получилось, что первая часть серии есть, а второй нету. И как бы очень хорошо, что я сейвываюсь на разные сейвы периодически. Мне пришлось загрузить сейв где-то там. Ну, не на этом месте, а чуть раньше. Допройти уровень в соответствии с тем, как я его допроходил на видео, уже имеющимся. И вот, видим то, что видим. Ну, лишнее, как минимум, вот это время на перезапись мы сейчас потеряем, но это не так-то плохо. Главное, раздуплиться побыстрее. Хотя, если честно, сейчас вот я это пишу уже после того, как следующую серию записал и вспомнил, что у меня это не довыложено. Я думал, сейчас просто довыложу, а хуй там. Хуй там. Ну ладно, я не расстраиваюсь, значит так надо. Раз долбоёб, значит так надо. Берем этот пак патронов. Так, вот этот сейв я, значит, оставлю. Вот этот я тоже оставлю, потому что я уже не знаю, чего ждать. Вот сюда будем сохраняться. Так, я помню, что каждый вот такой открытый пролет, где можно куда-то падать, у меня вызывал проблемы определенные. Когда я в тот раз проходил. Поэтому будем сохраняться чутка... Ага, в конце, когда сейф, оно нихуя неудобно сохраняться. Ладно, тут будем сохраняться. Хер с ним. Там еще одна копия сейва есть. Поэтому будем думать, что у меня все получится. Вообще с ССГ намного удобнее воевать, чем с плазмой, если честно. Особенно вот так вот, когда врагов не помного, и они такие хуёвенькие какие-то. Так, ракеты взяли на заметку. Можно одну кинуть. Я вот не помню, тут, по-моему, не одна пачка. Сейчас мы это проверим сразу. Я специально кинул только одну ракету. Ну да, тут N Box of Rockets. Вот тут, по-моему, сейчас откроется справа. Педики, ага, память помнит. О, блядь, заебись, причалы. Пиздючили мне сходу. Это кто, это был Кнайт, что ли, обычный? Нихуя себе. Он тут одной БВГ, блядь, хуй делаешься. Выжигать их, сука, зеленым лазером. Хорошо, что они идут в ряд, и даже... Ай-яй-яй, как приписсюнили меня-то. Он кубуса, да, влетел? Сука, конченый момент, когда вот так вот сбоку что-то открывается. Заебись. Хорошо выстрелил. Хорошо, но того стоило. Стоило полученной плюхи в спину. Полученной в спину шлюхи, я говорю, стоило. Ты притормози, барон передний. Переднеприводный баронище. Сука. Сука. Приходится сначала оборачиваться, задом бежать опасно. Можно упасть в лаву, оттуда выхода-то нету. Либо бежать и тыкаться в левую стенку постоянно. А это тоже может подвести, потому что на левой стенке может быть бугорок, из-за которого вылетишь прям под выстрел. Сие не есть хорошо. Давайте из автомата по автоматам чуть-чуть. Все. Не-не-не, он гибирует там сам себе. Без моего участия. Я себе, блядь, ты жирный лангибатор. Лангибатрон 2000, сука.
Пока нам этого хватит. А хотя хули хватит. Хватит, конечно. Так, надо плазму дотрачивать. Так, это я первый раз был слева, да? Так сказал, был слева, как будто и вправду был слева. Сука, ебучие скелетики. Схуетики, блин. Заебали. Ух ты, блядь. Не все так просто, да? А оно вовсе не сюда летело. Лови. Шутган, супер шутган и ракетница — это примерно одно и то же, только для разных ситуаций. Супер шутган для боя в упор, ракетница для боя не в упор. А урон примерно одинаковый. Ирония судьбы такова. Куда бежишь? Куда бежишь, дюймовочка? Она что, за мной летит все это время? Нихуя себе. Вот это прикол. Ахам. Заебали. Ну да, со скелетами получается лучше ракетница расправляться, чуть-чутка отбежав. Ну хотя такое себе утверждение тоже. В кого я попал? Хуй поймешь, кого. Кого-то попал. Хуя скелет, пошел вон. Ебать, вот это фейл нормальный. Кстати, у скелетов эти большие шплюхи. Они за стены, по идее, цепляются, нихуево. Но все равно, она не жирнее, чем думгая, эта плюха скелетная, поэтому. Вот, блядь, тот самый момент, когда можно было его хватить. Не знаю, зачем я так регулярно переключаю оружие. Наверное, пытаюсь оптимальный выбор сделать. Поэтому переключаю регулярно. Все равно вечно я не буду со 140 брони уходить. Бронями ходить. Уровень так и путает, так и путает. Так и пукает уровень. Я чуть-чуть и ракет потратил, почему нет? Вот в замкнутых пространствах ракетами сложно стрелять. Либо потому, что коридор извилистый, опять же, либо потому, что сильно близко вообще оказывается. Так, ну, блять, хорошо, как-то так. Ёб твою мать, вот со скелетами лучше воевать именно из ракетницы. Пух-пух и все. Пух-пух, и больше он уже не пух-пух. Ну, с быками хуй его знает. Вот заковыристая хуйня, а не пещера. Вроде думаешь, что там влево куда-то уход, а там он нихуя не влево. Опа. Файт, ребята, файт. О, блядь. А летит ведь за мной, сука. Можно вторую ракету и идти забирать коробку. Коробки с ракетами. С ракетами. Так, это не здесь. Где бы это могло быть? Наверное, вот здесь. А, все, с ракеты закончились. Ну, тоже заебись. Фу. Пойдем. Пособираем, что там дальше. Гляньте, какой ракурс, да? Подождите, у меня такое ощущение, что я там уже внизу где-то проходил. Или нет? Ладно. Ну, судя по карте, да, я как бы круги наворачиваю такие себе. Ну, не здесь, видимо. Не с этой стороны, да? Хрен поймешь.
специфическая карта весьма. Я что-то в тот раз не обратил внимания, шел и шел. Ебать, я какую-то плазму подобрал, которую вовсе не обязательно было брать. И мне есть чувство, что сейчас, значит, ее надо тратить, раз я ее подобрал. Ну а почему нет, в принципе? Потому что если я сейчас напорюсь на плазму, которую будет уже не обойти, то я, получается, возьму зря. Ну вот, например, на вот ту. Давайте действительно из нее и постреляю. Плазма на карте еще, в принципе, до хера. Ну тут уж точно я внизу. А, ну да, пробегал, причем как бы не два раза. Вот видите, я же говорю, пробегал. Ха, клево. Клево, забавно. Как все запукано все-таки. Пойдем. Пошли нахуй со своими ракетами. Сейчас попробую так дотратить, чтобы ровно выйти, так сказать. На 4 стоит, там взять уже. Целпак. Ёб твою мать. Сука, взял таки, да? Ну ладно, там, в принципе, немного, небольшая разница была. Ну о чем я и говорил, что вот рано или поздно может получиться такое, что я не смогу оббежать какой-нибудь плазмопак. Что и вышло. Сука, за мной летит козлятина, ёбаная. Что ты, через факел слабо? Пиздануть, гандон. А, и тут даже еще плазма осталась. Я думал, что я собрал все паки, что их было два, в смысле, а тут их нихуя не два. Так, ну и того. И того, и того, блядь, надо плазмой стрелять больше в натуре. Ой, помню, конченое место. Как я уже говорил, я это проходил уже один раз. Но запись угроблена. А значит, это неправда. Угу, вот этот выступ мешает. То, что плазма это еще больше, чем ревовская ракета, блядь. Все это знал. А рев стреляет так быстро, чтобы я в него не успею кинуть, да? Знаете что? Вот тут я выстрелю уже дробовано. Да сука, она так и метит меня. Козычары. Скелеты прямо не мешают. Нормально. Неужели я в стену все это раз выстрелил? Все эти выстрелы, в смысле. Все это раз. Все это раз, все это два. Айс! Пака. Подловил меня, блядский козел. В принципе, можно, да, вот так вот скелетом выходить и тупо сжечь, потому что вроде как... Это хрена. Давно я там сохранялся? Видимо, придется загрузиться. И подготовиться вот к чему. Так, скелета лучше вот сюда выманить. И вот тут его сжечь, потому что, чтоб он там возле Арквайла не был упавшим. А ну, Арквайлик, выходи. Ты шо, что это значит, потушился? Такой звук, как будто, знаете, как будто он тушится, ну то есть, просто боль получается, я имею в виду. Потушился, опетушился. Так, ну что, пока рано эту плазму брать. Кстати, ничего такое из плазмогана, комфортно стрелять, просто придрочиться надо. И не стрелять в сильно узких коридорах, чтобы в стену не попадать. В смысле, вдоль стены не стрелять. Чат.
Стреляют тем, что дают, поэтому. А дают плазму в основном. БВ в таком узком пространстве тоже не сильно выгодно стрелять. То есть я так понял, что лучи, ну, прям вот все в одну точку не всегда летят, а даже если летят, то они в трупах часто застреливают. Ну, как-то так, то есть. Что на нас сквозь 5 монстров, например, не прожигает, даже если по этим пов вот так вот в ряд выстрелить. Хотя надо будет, ну, сделать синтетический тест, проверить, так это или не очень. Вот козлик. Вот как, а вот как серенький козлик. А вот как, а вот как. Вот и фулшевы, между прочим. Ёб твою мать, сука. Падла, лежим на ходу. Собака. Ничего так. Напряг меня скелет. Так, на кусок. Кощей ёбаный. Пора начинать шотган тратить. Можно отправить, в смысле. Ай ты, блядь, прилетело. По щеколде, блядь, прилетело. Ай, а тут шелсы сразу лежат. Ебать, какая прелесть. Ай-яй-яй, вот это уже фейл. Как ни крути, лень, сопля какая. Окна это, блядь, тоненькая. Сопелька. Тюнинг, псинг, и все. Вот сопля прилетела, и ага. Вот тут может быть не одна коробка, как обычно, поэтому стараемся не вступать туда, пока нам не хватает более чем 40 шелфов. Ну или ровно 20, скажем. Ну ровно 20 мы уже проскочили. А значит, что следующая отметка это 40. И вот тогда уже можно на коробку наступить. Блять, сейчас опять чувствую, сбоку что-то откроется, да? А, ну и вот шарик, который никак не обойдешь, кстати. Ну, так-то это и плохо. Пошел нахуй, скелетин. Скелетинушка. С ними главное в нужный момент разбираться, видите. И, кстати, нужно поднять ту коробку шелов. Не, одна коробка. Хорошо. За ухо. Кстати, медикит даже, смотрите, пригодится. Ну да, что шарик брать? Так там ниже еще один медикит был. Действительно, перед тем, как взять шарик, лучше уж медикитами нахиляться чуть-чуть. Поднатянуть хиты себе. Все правильно, кстати. Очень вовремя мне на глаза медикит попался, видите? Рано или поздно и медикиты нужны. Ну правильно, а чё зря шарик брать? Вы знаете, как тут лучше было сделать? Так как я уже не смогу. Просто таки загружаться не получилось. Да уж, начались все воды опять. Так, ну чё, медики тут очень в тему, я вам скажу. Блин, сколько ж тут их за углом, скелетов-то. То есть вот этот шарик я никак не обойду. Хорош. Так, перед тем, как взять вот эту штуку, мы сходим вниз и возьмем аптечку. Где-то я тут видел аптечку, потому что брать шарик, когда... менее 100 хитов, как-то это не очень. Это как будто выбросить его на мусорку, знаете. Не, он вроде как бы и даст все 100 хитов, а вроде как бы можно же было 200 достичь отметки, а ты не достиг. Понятно, что мы его потратим еще несколько раз, но все равно. Так, и вот тут самое интересное. Сейчас надо быстро выскочить, насколько я понял, и ебануть. Хуёвая выскочил, хотя было близко. А вот это уже больше похоже на правду. Можно сказать, получилось. Манкубусов я, конечно, не прожёг.
Не пробрало их от моего радушия, так сказать. Ну ничего, мы сейчас-то восполним. Шелами. Восполним. Так, этот быстрее упал. Значит, все-таки пару лучиков он обрел. Немного радости и жизненного тепла. Так, вот тут мы попытаемся восполнить чайнганы. О, блядь, до свидания. Какие люди, нахуй. В принципе, тут, смотрите, тут и на шотган нормально патронов в доступе. Поэтому... Да и потом плазмы мы неплохо потратили. Поэтому... Как вы думаете, вот так получится сделать? Ну да, а почему нет? Это, по-моему, специально для этого и сделано. Вы серьезно? А как он эту дырочку прописывал у меня? Это как вообще? Смотрите, какая хитрая подлючая штука. То есть Тимп может кинуть сюда шарик. И из-за специфической формы этих ворот шарик реально по мне ударит. То есть в уголок Думера он попадет таким. Потому что коробка соприкосновения Думера торчит в эту щель очень даже. Так же, как и шарик, в эту щель чуть-чуть уголочком пролазит. Ну и в принципе все вполне правдоподобно получается, если задуматься. Такое, вроде кажется, что он тут и прокинуть никак не может, а вроде очень даже может. Так, лучше обезопаситься, перебив заранее всех монстров. О чем я и говорю. Где этот баран? Угу. Имп и Кнайт. Не зря ли я это нажал? Интересно, если тут камень серый, почему пирамида по итогу получилась из коричневого камня построенной? Как это объяснить? Оп, главное, когда он начинает стрелять, успеть отбежать чуть-чуть от ворот. Ага, хуй тебе. Ай-яй-яй. Нихуя себе. Вот это прикол. Царапнул меня, падла. Напишите в комментариях, вам чей вой больше нравится, Кибера, Барона или Хелкнайта. Лично мне Хелкнайтовский бой самым интересным кажется. И заодно напишите, как думаете, с какого животного записан этот звук в оригинале. Ведь все знают, что большинство звуков Doom взяты из звуков реальных животных. Ну, может, в обработке какой-то, но тем не менее. Чего? Ах ты, блядь, в темноте стоят педики. Давайте чуть-чуть плазмой постреляем.
Давайте. А, вот мы сейчас ей постреляем в виде Бэмби. Ну что, кто зажигает больше? Головой. Что-то я переусердствовал. Да че я? Че ты сказал, что я переусердствовал? Ты сказал, что я переусердствовал. Ебать, я же в стенку стреляю. Я думал, он вышел. А я в стенку, оказывается, стреляю. По-моему, чем-чем поздно реально сложно промазывать, если только по стене не попадать. Ну, то есть, если она хотя бы примерно в силуэт там летит, то она вряд ли облетит мимо. Из-за того, что силуэта, как правило, чуть больше, чем сам противник, чем, ну, визуально противник выглядит. И плазма еще широкая сама, шире, чем шарик этот, плазмоидер. Так, два ящика плазмы взяли. Тут львов понажимали. Давайте сохранимся давненько. Ах, это что давненько? Только что сохранился и не заметил, да? Давненько. А, все? Ворота подняли. Ага. Давайте вот так до 400 плазмы спустим. Значит. Вот о чем я говорю, видите, она пока летела, вроде уже в стенку должна была полететь, а вроде. Все, отлично. Погнали, шотганик его. А тут уже и... Ой, нихера себе. Ах ты козел какой. Козел, чайник. Чайнганник. Петухайник. Петухаган. Что это за солнечные часы такие интересные? Прикольно. Выглядят забавно. А, ну и белый ключ. Белый. Желтый ключ. А что я сказал? Белый. Белый ключ. Заебись. Надеюсь, меня не покарают за его подъем. За его приподнятие. Так. В принципе, там можно было по прямой спрыгнуть, но мне интересно еще раз взглянуть, какие ресурсы я оставляю в этой части карты. Если вообще что-то оставляю. Это потому что мне сложилось ощущение, что я тут выжрал все до дна. Ну и в этом нет ничего плохого. Почему бы и нет? Выжрал и выжрал. Ну и хуй с ним, да. А, ну вот, смотрите. Целпак еще очередной. А я думаю, что где-то один целпак тут останется. Если останется, если их еще не пособирался. То, что я тут много плазмы стрелял в этой части. Смотрите, сюда залезть можно, как вы думаете? Угу. Даже с прыжка нельзя, это значит, что точно нельзя. И вот сюда, смотрите, с прыжка можно, да? Но поскольку прыжков у нас нет, то и значит нельзя. Но я думаю, что это просто декорация, поэтому нехуй туда запрыгивать. Вот. И вот видите, остается еще плазма. То есть плазмой можно... Плазмой можно стрелять снова. Ракет нам так и не дали. Остаток там 5 штук надо было еще, чтобы перепало. Я что-то стрелял с уверенностью, что когда перепадет. Так хотя, блядь, 5 ракет. И вон еще плазма. Так, короче, можно дальше смело стрелять плазмой. Сюда не залезешь. Ну и шотшелзов мы зато так подэкономили, что то, что мы нашли наверху. И вот еще шотшелзы. Ну заебись. А, тут плазму я забирал. Ну да, точно. И вот тут сейчас еще плазма будет. Не забранная. И вот, по-моему, сейчас она нам и понадобится. Знаете... Да ёбаный насрал.
Так, нормально. Хорошо, идем. Вот теперь уже не очень хорошо. Так, надо как-то Арквайла выманить, что ли. О, хороший, хороший дубль со второго раза. То есть даже вырезать ничего не буду. Вторая попытка очень даже получилась. Вырежу только. N попыток выпилить скелетов. Правильным, так сказать, образом. И для чего этот коридор? Как бы меня сейчас не отсекли. Не отсекли. О, вау. Интересно. Это зачем это я тут? А тут как бы пройти можно или это специально так сделано? Ну-ка. Я вот что-то не помню. А, по-моему, туда нельзя пройти просто и все. То есть это специально такая декоративная ниша обваленная. Ну и хорошо. Так, что, сходим плазму пособираем. Что мы там позади оставим? А, и вот этот алтарь у меня еще вызывает вопросы. Здесь вода хоть не кусочая? Нет, вода не кусочая. Уже хорошо. Угу. Так, тут два ящика плазмы. Окей. Если что, потом сходим ближе к концу туда, вот еще плазму. Заберем там, где мы были недавно. Там и шилы у нас рядом, и плазмы остались, поэтому все нормально. А куда мне идти? Стоп, я не очень понял. Для чего и нахуя я сюда спустился? Может, мне сюда вовсе и не нужно было? Подождите, подождите. Есть у меня одна догадочка. Что мне туда даже не нужно было. Что мне вот сюда надо было. Хера я в этом огненном аду забыл. Фу, у меня от этих красных цветов аж голова болеть начинает сразу. Так, 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 а куда мы вышли? Ебать, вот тут закрыто было. Ребята, нам открыли конец уровня, точно. Я и забыл уже, что так будет. Что мы тут забыли? Так, тут тоже все уже открыто. Хорошо. Ну все тогда. Помните этот черт у нас? По чуть-чуть улыбаться умеет. Вот. Теперь помните. Монстров осталось меньше сотни, уже заметь. Так, вот этого не было. Давайте, знаете, куда сохранимся на всякий случай. Продублируем. Вот сюда. Теперь вот сюда. Это где я? Это я в середине уровня, плюс-минус. Не знаю, для чего это нужно было. Ну, наверное, если я захочу пойти патронов пособирать. Поэтому пока мы сюда не пойдем. Я не вижу сейчас в этом никакой нужды. А, за броником потом через него вернемся, точно. Было-было. Так, сейчас. Да, блядь, сука. Напугать ее. Да, там же зеленый броник мы позади оставили где-то. Нычку, нычку, секретку. С зеленым броником и... Да шо ж я так косить дико стал. Зеленым броником и шариком. Если кто забыл. Ну, мы туда еще сходим. По концове. Стоп. А тут что? А тут откроется, видимо. Главное, в правильном направлении съебываться начинаешь. Шелзятина тут всякая. Шелзятина. От слова зять и шелы. Ох, Рой Педрил, он самый.
Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем нагибать. Итого остался еще один лишний автомат. И где что открылось? По звуку рядом. Чего, бля? Откуда? Где-то ж рядом. А, вот он. Странно, что я их не увидел сразу. А, не в темноте, а там. Козлы. Ебать мы все ебать. Так что, возможно, на выходе из этого уровня у меня будет даже хитов поболее, чем в начале следующей серии. Вот я не удивлюсь вообще, если я сейчас перепройду как-то, ну, по-другому, с большим количеством хитов в остатке, да? А там в начале следующей серии там сколько? Ну, 100-100, например, будет. А сейчас, ой, блядь, не будет уже 100-100. Никто от такого не умирал. Пизду, полетела ракета. Тут чисто по баронам поработали. Б, на Б заряды есть, но мы прибережем на случай РПЛ, наверное. В принципе, два раза выстрелить с Б я еще смогу. Но, по-моему, тут уже замесов лютых не будет каких-то особых. Хотя я не удивлюсь. Ничему, я могу и не помнить прям все так четко. Мур-мур-мур-мур-мур. Это типа как бы выход. Опа, как я вовремя. На выход попытался подняться. Да что такое? Что я так фейлит стал? А ну так, быстро надо аптечки пробежаться, пособираться. А то сейчас реально сдохнуть можно уже. Потому что с такими хитами уже люди дохнут. Нет, сюда я пока не захожу. Ибо там я не был еще. Там меня могут и убить, значит. Это забираем, блядь. Нет, сюда не заходим опять же. Сейчас. Не, ну правда, бегать меньше, чем со 100 хитами уже как-то некомфортно. А, ну и потом ракеты вот есть. Так, ну берем пока эту аптеку, нам этого хватит. Если что, да, за ракет. Сейчас потратим пару ракет сюда, за ракетами. Потом все равно зайдем же. Я думаю, что нас в самое начало уровня даже пустят по итогу. Самое-самое. А в принципе, я и туда и сейчас могу пробежать. А зачем это еще раз можно назад? В чем прикол? Тут такое, знаете, как будто, да, такая... Уже подповерхностная такая близкая гробница. Видно, что местами осыпи. Что интересно, чем глубже под землю, тем лучше все сохраняется, я так понял. И это не только здесь, в Думе, так вот. Это реально, вот у меня есть такая мысль, что чем глубже под землю, тем лучше сохраняются всякие пещеры, как правило. Я, конечно, могу ошибаться, но надо будет почитать по этому поводу литературу. Так, смотрите, раз, линия. Это, наверное, откроется лев, который будет рычать. И в соседней комнатке там такая же линия на стене была. Так, ну и нахуя сюда вышел? Толку с этого. А, знаете, куда сейчас надо, наверное, сходить? Я, кажется, понял. Туда, где люди умирают. Блять, аж страшно, если честно. Стимку берем. Стимпку. Стимпка и нонплик. Не пойму нихера все равно. О! Я же говорю, лев откроется какой-то. А тут не открылся лев. И тут открылся лев. Прощения прошу. Но мне это все равно не объяснило, куда мне дальше идти. А что это за пруд один единственный?
Куда дальше-то? Ёпта. Может, назад? Может, а тут открылось? Нет, не открылось. А что открылось? Мне что-то не очень так понятно. Вот тут было закрыто, я что-то не обратил внимания даже. Шелсов еще нихуевое количество. Просто миллион. Тут вот нихера не открылось дальше. Я не пойму, куда мне идти сейчас. А вот тут? Вот тут была тупиковая, тут и осталась тупиковая. Тут тоже самое. Хуй пойми, куда и зачем я иду. Тут тоже, блядь, ну давайте уже добежим, пробежимся поначалу. Поймем, что куда и с чем едят. Сколько раз в году пердят. Вот, кстати, хуеточка. Давайте возьмем, а то потом забудем. И вернулись сюда же. Так, ну это типа пробегись поначалу и возвращайся. О, ну ладно. Так, а куда мне идти тогда? Поначалу пробежался, там ловить нехер. Хорошо. А тут есть хер ловить? А тут какой хер ловить тогда? Где-то же что-то должно было открыться, правильно? Давайте дальше искать. Может, я что-то не вижу? Может, я в упор ослеп? Блин, ну так же ж не бывает. А, ну вот, конечно. Просто я так думал, что если я уже тут побывал, то тут больше ничего не откроется. А тут вон оно как похитрено. И раз откроется, и глаз откроется, и лев рычит, и хуй кричит. Хедшот. Прикиньте, мимо. О, забавно. Еще раз мимо. Но уже по другой причине. Ой, до свидания. Что за хуя? Вам не кажется? Товарищи, чайники. Я другие чайники возьму. Там вот бесхозные отдельно лежащие валялись где-то. Вот я их заберу, наверное. То, что тут они как бы кучкой, удобно. Ага, хотя, блядь, за теми сейчас бежать, есть ли смысл? Тоже непонятно. Сомнительное преимущество таки. Ладно, хуй с ним. Я даже не хочу искать второй. А хотя хули его искать, вот он лежит. Вот тут он, вернее, вот он лежал, а вот его уже и не лежит. А? Ха-ха-ха. Побегал? Ха-ха. Вы такие смотрите. Фу. Что он делает? Ладно. Заберем эти. Ой, блядь. Нихуя. Фу. Фу. А сколько в одном клипе, да, ты гоня? 5 пуль в этом клипе, в чайнике 10 пуль. Ага, это проливает некоторый свет в таком случае. Я что-то всегда считал, что в клипе тоже 10 пуль. Не поверите. Ёбаный носок. Ребята, а я мог уже и не успеть, пока я достал бегу, пока я зарядил ее. Ну видите, ему дольше кастовать все равно. То есть лучшим кастером назначаюсь все-таки я. Хоть и не очень хорошим. Но Арквайл еще хуевший кастер. И что, мы пришли к гробу эскимоса? Гарри Поттер и гроб эскимоса. Смотрите в кинотеатрах. А, мне даже стимпак был нужен. О, и эти ракеты нашли своего хозяина, вы видите? Как все ладненько-складненько.
Осталось за целым еще сбегать хуй знает куда. А переключаться ли? Я что-то не уверен. Заебись. И для чего это? Это чтоб я за целсами не сбегал, да? Я правильно понял? Или нет? Ебать, а что это такое? И как это понимать? Для чего это щель? Что за вздрочь? Что за прикол, ребята? Блядь, ну что попало, если честно? Троллинг какой-то. О-о-о! Ну, значит, с нее я уеду. Я вот не помню, сколько там, один пак плазмы или два осталось. Давайте пока без плазмы постараемся обойтись. По крайней мере, если не встретим никаких арквайлов, то так и сделаем. А, ну так вот, есть плазма еще, заебись. Ну тут реально шотшелзов много еще поблизости, поэтому думаю, мы как-нибудь плазму эту прибережем, чтоб нам хуй знает куда не бежать. А нам все равно за броником еще бежать. Ай-яй-яй, сука. Нихуя себе он меня впиздячил. Вот это крепенько. Ух ты, пирамида дырявая, да? С видом на другие пирамиды. Дырка в пирамиде с видом на... Я даже не знаю, кстати, когда за броником нам бежать. Тут бы, блядь, аптечек сейчас хватило. Отхиляться. Прикиньте, как он меня прописюнил, тварь. А где, кстати, аптечки были? Обычные. Обычные белые аптечки, вот эти лоховские. Вот они бы сейчас вообще не помешали. Ну вот парочка. Но они, кстати, тоже, я смотрю, что-то на карте не так часто встречаться стали. Наверное, потому что я не должен был столько урона от этого барона получать. И не понял, как так получилось. Раз нажал, она не загорелась. Два нажала. Странно. Странно. И что это за место? Это место ебут гусей? Еще одна аптечка сейчас понадобится. Ну что? Будьмо! Или нет? Хуй себе. Все равно нужно. Но с другой стороны, все равно бежать хуй знает куда. Правильно? Вот и все. Стоп, а что это за спуск такой? Спуск перекрытый стеной. Ну и вот теперь мне осталось пойти собраться. Ну и, собственно, те, кто не хотят смотреть просто, как я буду бегать, собирать патроны и хиты, можете на этом переключаться сразу на следующую серию. Для вас до встречи в следующем выпуске. Те же, кому интересно, сколько у меня по итогу чего останется, и кто хочет посмотреть, где же на этой карте секретка, я, конечно, не помню, может, я это уже показывал, но, наверное, нет. Наверное, я это отрезал все-таки, там же, где показывал. Пойдемте со мной. Так, в принципе, сюда нам не дохуя надо. Так, вот сюда выходим. Потом вот сюда спускаемся. Раз. Так, сначала собираем... Ну, шелсов до хера, это понятно. Сначала нам надо собрать аптечки обычные. Подготовить почву благодатную, так сказать. Хотя мы там же их, наверное, соберем. Дальше. Где тут? Вот сюда ныряем теперь. Смотрите. Почему сюда? Потому что отсюда бы проще всего добраться там, до броников и так далее. Нам нужно место, где мы воевали с двумя киберами. Потому что вот тут вот я уже заначку вскрывал, как вы помните. Дальше. Где-то вот тут аптечки еще были. Раз. Тут еще может быть.
Два. Так. Все, это есть. Сюда нам не надо уже. Я не знаю, может я, конечно, что-то по итемам еще пропущу, но я постараюсь взять все. Так. Так, значит, и тут остались от кибера рожки до ножки, да? Это хорошо. Так, нет. Не сюда, наверное. Хотя почему не сюда? Очень даже сюда. Да дальше. Памяти бы хватило бы. Хуйня какая происходит. Представляете, не помню куда дальше. А, значит напротив идем. Вот сюда. Угу. Так, да, все. Собрались, вспомнились. А, значит, плазма это прямо по коридору. Вот тут, по-моему, было. А, нет, тут я забрал, да? Хорошо. Так, шезы нам не нужны. Ну, о чем я говорю, что я приду на следующий уровень более заряженным, чем у меня снято в серии. Ну, ничего страшного. Да и похер. Все равно, что хоть так зеленый броник я бы до конца дотратил. Кстати, про зеленый броник. А что я о нем говорю, как о чем-то уже поднятом? Вот наша секретка. Вот наш зеленый броник. Вот наш синий ебальник. Так, и все. И теперь на выход надо чапать. А как на выход побыстрее? Охуй его знает. Вот так, наверное. Вот так будет быстрее всего. Мимо гроба с птицами. Мимо хуя с колесницами. Все. И на выход. Пиздуем. Все собрали. Все. Вот теперь я себя чувствую удовлетворенным. Стоп. А где выход? А вот выход. Ну и все. А теперь end level. Законный level end. Оно тут вроде как бы все далеко и в то же время все близко. Так, по поводу трех порталов. Не спрашивайте, я уже в прошлый раз проверял, они все ведут в одно и то же место. На всякий случай сохранюсь еще раз в конце вот тут, в конце уровня. Нет, вот этот сейв оставлю и вот этот сделаю. Все, ладно. На этом действительно уже заканчивается наша охуительная египетская серия. До встречи в новой серии. В новой серии у нас интересная карта будет. А, ну и вот еще Интерпик. Ну а ссылка, конечно же, на плейлист будет в описании. Я по секрету скажу, это тот самый Интерпик из Doom 2 обычный. Посему можно его не читать, наверное. Ну, прочитать, если интересно. Для сравнения, так сказать, до конца. И вот у нас карта аж на 73 монстра. Все, пока-пока, ребята.